И все же не все ответственно подходят к работе. Уборочная с элементами пламени, когда в сводки попадают не только намолоты, но и происшествия. В Гомельской области горят комбайны прямо в поле. 4 случая только за последний месяц. В Светлогорском, Будокошелевском, Речицком и Октябрьском районах. Каждый такой эпизод – большой ущерб для хозяйства. Ведь из строя выходит техника стоимостью десятки тысяч долларов. И что самое главное, срываются планы по уборке урожая. Причин таких происшествий может быть несколько, но основная – человеческий фактор, когда техника обслуживается не вовремя и с нарушениями. Загорелось, завибрировало. Выскочил, взял огнетушитель и начал сам тушить возгорание. Потушил, повторно вспыхнуло. Тогда наши работники приехали. 2 огнетушителя было по 60 литров. Мы затушили пламя. По нашей версии, заклинил или подшипник, или возгорание проводки. Регистрируются 3 причины, по которым происходят пожары. Первое – это механическое нарушение узлов и деталей. Второе – невыполнение требований технического регламента. И третье – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В регионе проводятся рейды. Специалисты МЧС устанавливают все детали и обстоятельства по каждому случаю. Затем материалы проверок передадут в прокуратуру. Она подсчитает ущерб и привлечет виновных к ответственности.